Так, 3 октября смотался на Потемкинскую Декабристов, еще по магазинчикам. Распаковка продуктов. Хлеб 11 гривен, батон нарезанный с кибками 0,450 грамм. 11 гривен. И сухарики мегапак со сметаной и зеленью. Ну, типа мегапака, сколько грамм, хрен его знает. Где они пишут, сколько грамм. Ну, мегапак. Сколько завариваешь? А сколько тут грамм, блин? Вот этот пакет 16 гривен стоит. Не знаю. И, короче, мегапак. Нету там, наверное. Может, крылья? Мобилизм. Так. Колбаски домашние, замороженные. Вот это в свежем мясе магазина. 139 гривен килограмм. Капуста. Я себе цены, чтобы потом знать, какие были год назад цены. А почем капуста вы вообще не знаете сейчас? Не знаю. Ну, будем считать, что по 12 гривен, потому что я не это не проверил. Так, в одном пакете у меня картошка и морковка. Вот такая картошка и такая морковка. Почему в одном пакете? Потому что не в одну цену я их взвесил. Ну, морковка там и картошка. 15 гривен килограмм. Перец салатный. Тут и красный, и белый, и зеленый. Ну, уже подорожал. 25 гривен килограмм. Лена, у меня живот болит, я в туалет хочу. Вот оно. Так. И морковка, и огурцы. Огурцы пересадовские. Какая морковка и огурцы? Помидоры и огурцы. Сейчас, одну секундочку. Такие помидоры розовые, 40 гривен килограмм. Огурцы вот такие колючие. 35 гривен килограмм. Ну, цены дорожают. Так, что еще? Я выпил американо со сливками без сахара, 10 гривен. И купил сигарету Т. Синие, 20 штук. Ну, на рынке не дешевле, а здесь они 36 гривен 50 копеек килограмм. Ну вот, как бы так. Быстрая распаковка. Быстрые цены. У меня просто живот бурлит. О! После американо с молоком. Я, кстати, 2 раза выпил кофе утром. Ну, в смысле утром, когда шел в магазин и на обратном пути.